Друзья, то поле, которое летом и в теплый сезон вы привыкли видеть в качестве конкурного, сегодня превратилось в самый настоящий каток, где спортсмены с удовольствием проводят время после турнирного дня. Они согреваются теплыми напитками, играют в хоккей, участвуют в конкурсах, выигрывают призы и подарки и наслаждаются зимними деньками и забавами. января самые стойкие спортсмены и гости рождественского кубка по выездке веселились на необычной райдерс-пати. Мы знаем, что все без исключения любят традиционные зимние игры, а потому решили развлечь наших гостей на свежем воздухе на катке Максима Стрельца. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Анна. Анна, как вам нравится сегодняшний вечер? А мне очень нравится, потому что все очень хорошо организовано, веселая атмосфера, праздничная. После соревнований это прямо то, что нужно. Зарядиться еще позитивом на улице, поиграть в командные игры, пообщаться с спортсменами, просто с пришедшими на праздник людьми. Вы сюда одна пришли или с друзьями? С молодым человеком. Здорово. Тоже, начинающий конник, скажем так, приобщается. Вот. И первый раз стал на коньке, но у него уже неплохо получается. Отлично, спасибо, хорошего вечера. Здравствуйте, как вас зовут? Евгений. Вы первый раз на коньках стоите? Да. А как вы здесь оказались? Были на соревнованиях? Да, был на соревнованиях. Вы за кого-то болели? Да. За кого? Анна Квитка. Вам нравится сегодняшний вечер? Да. Мы всегда рады видеть постоянных гостей Riders Party и раз от раза стараемся удивить их чем-нибудь новым. Ведущий вечера предложил спортсменам развлечения на любой вкус. Они могли поучаствовать в конкурсе на стойкость и ловкость, лихо объезжая установленные кегли, стараясь не сбить их. Мальчишки играли в хоккей, девчонки просто красиво катались по льду вокруг елки. И, конечно, все без исключения громко хохотали, шутили и получали вкусные подарки. После тяжелого трудового дня очень приятно провести время в хорошей компании, покататься на коньках, поиграть в игры. Часто бываете на пати в Максима Стрельца? Частенько. Как вам нравится сегодняшний вечер? Да замечательно. Погода отличная. Мороз и солнце, день чудесный. С кем вы пришли сегодня? Ну, сегодня один. Вы хорошо катаетесь на коньках? В детстве хорошо катался, сейчас вспоминаю. А вы будете в конкурсах каких-то участвовать? Так уже началось. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Русский играет в хоккей. Русский играет в хоккей. Несмотря на мороз, этот вечер прошел в теплой и дружеской атмосфере. Ждем вас на следующих Riders Party в Maxima Stables.